Всем здравия желаю! Меня зовут Виктор Николаевич. Сегодня у нас день айтишника! И меня попросили популярно ответить на все те тупые вопросы, которые регулярно задаются нашим компьютерщикам, хакерам, ботанам и мышкоблудцам! Обратная радио. Как быстро починить компьютер? Отвечаю. Включил, выключил. Готово! Коротко и ясно. Что делать, если ваш компьютер все равно не работает? Звонишь в службу поддержки. Ждешь полчаса. К моменту, когда на твой звонок ответит оператор, ты уже 10 раз все сам решил, потому что ты мужик, в конце концов. Что делать, когда выключили интернет? Радоваться надо! Подыши свежим воздухом, иди на улицу, сделай 5 подходов к турнику, и никакой интернет тебе не нужен. Девчонки ходят красивые! Подошел Павлов, помнишь, да? Вот как надо, они в интернете целые сутки торчат. Что, не понял, что это? Раз, два, включил, беру скорость и свалил. Ну, практически. Практически. Следующий вопрос. Каким антивирусом лучше пользоваться? Лучший антивирус – это голова на плечах. Прежде чем куда-то мышкой тыкать, подумать надо, как выложить YouTube. Правда, что ФСБ следит за вами через веб-камеру? Куда-куда? Насчет ФСБ не знаю. Но за тобой, салага, я слежу. Что там у тебя открыто? История браузер почистил. А то приду и проверю. И последний вопрос. Как пропатчить KDE2 под FreeBSD? Средства использования современной FreeBSD более новой версии библиотеки QT3. Портирование на данную систему среды KDE2 потребует серьезных усилий и целого штата программистов. Рекомендуется по возможности использовать современную среду KDE3. От себя лично поздравляю всех сисадминов с их профессиональным праздником. Желаю здоровья, счастья, а всех остальных прошу дурацких глупых вопросов не задавать. Честь имею. У нас Николаевич энергичный мужик. Сегодня у нас день айтишника. Аплодисменты попрошу сюда. Я. Ну, наконец-то, женщина просит приехать к ней. Милушка моя, ты думаешь, я успею с центра приехать к тебе? Как проточить КДЕ-2? Как пропачить? Вот как это правильно сказать? Значит, они тупые, раз не поймут сразу. На зайка.ру.